Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех поздравляю с воскресным днем. И вот сегодня у нас память также Тихвинской иконы Божией Матери. Вот это тоже удивительная икона, которая, через которую являлось много и знамений, и сил, и помощи, являла Пресвятая Богородица. О ней известно, что, согласно преданию, это одна из икон, которая была написана самим апостолом и евангелистом Лукой. И она была в Иерусалиме, потом в Константинополе, в Византии. Но вот как раз перед тем, как Константинополь пал за 70 лет, вот согласно преданию, которое сохранилось в Русской Церкви, и она из Константинополя каким-то неизвестным образом исчезла и была явлена как раз на Руси, вот недалеко от Нижнего Новгорода, как раз в районе, где городок Тихвин, и в нескольких местах она вот как-то появлялась, да, и в конце концов вот в Тихвине была явлена, и там потом сначала построили храм. После этого уже позже там был основан и монастырь, мужской монастырь, который, ну, с некоторыми перерывами он существует и ныне. И вот через эту икону действительно являлись многие чудеса и помощь, и в частности помощь как раз такая в ограждении нашего Отечества от всяких бед, напастей, от врагов, потому что была, ну, мы знаем, что царь Василий III, он московский, он перед этой иконой молился, и когда какие-то, ну, свои были военные у него походы, вот потом молился он о рождении ребенка тоже. Мы знаем, что и, ну, Иван Грозный, который, к сожалению, не очень, мы знаем, в истории себя хорошо проявил, но тем не менее перед этой иконой царь молился о даровании ребенка, был дарован ему ребенок, и он как раз построил храм Успения Пресвятой Богородицы, где и была поставлена Тихвинская икона Божией Матери. Вот Иван, и потом во времена, ну и Иван Грозный тоже, когда ходил как раз перед походом на Казань, когда, ну, это была необходимость, шли такие столкновения военные, вот этот поход, он важный был для судьбы вообще Москвы, Отечества, он молился перед Тихвинской иконой Божией Матери как раз. И потом, когда наступило смутное время, когда поляки наступали, то тоже был взят Новгород, но при этом вот в Тихвине уже был уже монастырь, и вот его взять не смогли. И Пресвятая Богородица несколько раз являла так свою явную помощь, так что захватчики, которые превосходили намного своей силой, они не могли взять Тихвин, и то вдруг им казалось, начинало казаться, что какое-то войско со стороны Москвы идет, то они видели какое-то, что небесное воинство против них ополчаются, готовятся сражаться против них, то есть такие некие явления были, и в конце концов они ушли. А при этом монахи и жители города, они молились как раз перед Тихвинской иконой Божией Матери. И один раз это было повеление одной вдове, чтобы с Тихвинской иконой Божией Матери вокруг города, ну, вокруг там стены обошли крестным ходом. В другой раз, даже уже когда отчаялись, уже видели, что силы превосходят, что они не могут удержать город, и уже и сами монахи хотели уйти, но не смогли икону поднять. То есть вот, тоже такое чудо явилось, и они, когда это произошло, они поняли, что им надо оставаться, продолжать молиться, и действительно, после этого захватчики, они вынуждены были уйти, то есть они развернулись и ушли, так они смогли взять этот, ну, вообще-то небольшой город, в котором был монастырь, и как раз перед этой иконой молились.
Ну и потом мы знаем, что и Великую Отечественную войну тоже именно вот у нас храм Тихвинской иконы Божией Матери, и оттуда был взят, ну это уже список иконы Тихвинской, но именно с этой иконой по повелению Сталина, когда ну, тоже было уже отчаянное такое положение, трудное, Москву могли взять, и вот с этой иконой облетели на самолете вокруг Москвы, тоже такой, таким крестным ходом, в общем-то, молились перед этой иконой, и мы знаем, что тоже заступничество Божией Матери, оно было явлено. Но вот сама икона, у нее тоже необычная судьба, она несколько раз она то пропадала, то есть на какие-то периоды не знали, где она, потом опять появлялась, это вот и в Константинополе, а потом и на Руси тоже был период, когда там их одно время там и храм сгорал, а икону потом находили, через время находили ее целой. А потом после революции она была помещена в музей, тоже с ней ничего не сделали, но в том же городе монастырь закрыли, а икона была помещена в музей. Когда уже пришли немцы, то они стали открывать храмы, пытаясь привлечь на свою сторону жителей, зная, что многие из них люди верующие. И архиепископ, которому дозволено было тогда служить, он какое-то время служил, но потом уехал был вынужден уехать сначала в Ригу, а потом и в Европу, а потом и в Америку. И вот он с собой взял Тихвинскую икону Божией Матери, и она долгое время была в Америке, ну, в частных руках. Ну, вот, не могу точно сказать, точно ли это именно та самая икона, но, скорее всего, да, и она была возвращена уже потом опять в Тихвин, и сейчас вот в Божьей милости там находится, в городе Тихвин, и опять возрожден монастырь в этом городе, то есть мы имеем возможность вот к такой святыне добраться, доехать, помолиться. Ну, а, конечно, списки этой иконы, они есть во многих храмах, вот у нас недалеко Тихвинск, храм Тихвинской иконы Божией Матери, завтра как раз престольный праздник, вот, поэтому мы тоже имеем возможность молиться, вот в наши трудные, непростые тоже времена, нам нужно прибегать к Божией Матери, но вот сама Пресвятая Богородица через свои различные иконы, она вот являет свою помощь, и вот через Тихвинскую, конечно, много было явлено чудесной помощи, чудесной поддержки и заступничества, и множество исцелений. Вот были случаи тоже связанные с этой иконой, когда строили храм, и эта икона, где была эта икона, когда уже каменные стали строить, там обрушились, неправильно спроектировали, обрушили стены, купол, но при этом там 20 человек было, те, которые строители, оказалось, что ни один из них фактически не пострадал, не погиб. Хотя, так по-человечески должны были погибнуть, потому что с большой высоты их завалило обломками стены. Ну и много других случаев, и парализованные исцелялись, вот как раз обращаются перед этой иконой, молятся в таких болезнях. Мы видим, что Пресвятая Богородица и продолжает являть нам свою милость. И нам нужно опять тоже продолжать к ней молиться. Вот мы знаем, что, как в Евангелии Господь говорит о том, что сколько бы человек ни согрешил, когда вопрос задали, до 7 ли раз прощать. Сам Христос сказал, что до 70 раз. И Господь по молитвам Божией Матери опять и опять готов прощать какие-то наши согрешения. Вот нам главное не отступать. Вот это одно из таких, наверное, может быть, самых важных условий жизни духовной. Мы знаем, что мы согрешаем, мы знаем, что мы что-то делаем неправильно, но если мы не отступаем, вот за неотступность мы получаем помощь. И особенно, конечно, от Божьей Матери. Поэтому будем к ней молиться, обращаться, чтобы своим заступничеством помогла и нашему Отечеству, и нам самим во всех наших нуждах, а главное – спасение души, приобретение Царства Небесного. Аминь.